ты стонешь? Ври. В Африкантова собирают, кто сколько может ее кидать. Маришка, что ли, Африкантова или кого? Да нет, наверное, Татьяна Васильевна или как ее там? Кто это? Ну, я не знаю, как ее зовут. Мама там, это, Марина. Я не думаю, что Марина будет собирать деньги. Ну да. Маманя, кстати, может. Маманя. Так, не хотите устроить свой именной гиф? С радостью поучаствовал бы, обожаю вашу семью. Ты что, смеешься? Вот так рассказываем людям. Ну ты рассказывай, я чувствую, знаю. Ребят, мы, у меня сейчас, всем привет, кстати. У меня сейчас в моих сторис сегодня, вот час назад я выложил. Со вчерашнего дня у нас идет сбор спонсоров. Он будет идти 3,5 недели. Ну, в общем, грубо говоря, месяц будет идти. И вся информация, она у меня в сторис. Если вам, вы хотите стать спонсором нашего первого семейного гива с Сашей, пишите мне в директ на моей странице Кузинсхения. Пишите мне в директ, я вам все распишу. Я даю гарант, я просто провел такую легкую аналитику. Чтобы не простоволоситься, мы решили с Сашей сделать от 35, от 40 тысяч. Это приход стопроцентный, 100%. Вот, поэтому, если кому интересно, пишите мне в директ. И что самое любопытное, мы не будем точечно разыгрывать, вот как кто-то там технику, кто-то там машины. Мы будем разыгрывать технику, мы будем разыгрывать денежные призы, мы будем разыгрывать товары для молодых и будущих мам. Это хорошие коляски, хорошие, ребята, коляски. Может, одна коляска? Да, будет. Одна коляска. Автокресла это будут. Это будет набор, там, набор подгузников, допустим. То есть, ну, в общем, кому интересно, пишите сбор спонсоров месяц. Пишите мне в директ. Спасибо огромное. Вот такая информация поступила. А вот. Не хочу никакие гивы. Не хочу на этих 1500 спонсоров подписываться. Так тебя никто не заставляет. Ты просто мимо прошла и все. Конечно. Еще, зачем мне об этом писать? Ребят, что нет, хочешь, у нас 1500 спонсоров не будет. У нас будут ограничения. У нас будет всего 80 спонсоров. На данный момент у меня уже их 7. То есть уже 7. На данный момент. Поэтому, ребят, не подписывайтесь. Мы добро вам делаем, понимаешь? Подарки разыграем. Ну не хочет она подарить. Ну что? Я ж не буду это говорить. Нет, подписывайся, заставляйте. Ну, те, кому нужны подарки. И вы знаете, что я лично сама все отправляю всегда, что с карты денежку переведу, что блески для губ сама иду на почту отправляю, разыгрывала. Кстати, можно еще раз разыграть. Вот. Какие вы классные. Спасибо. Кайфует тебе, Саша. Приятно. Да, кстати, и по поводу гива мы будем заниматься полностью сами. Это наша идея, у нас не будет никаких посредников. Мы покупаем подарки, мы с Сашей, мы все это будем показывать. То есть каждого победителя мы выставим в сторис, именно не фотографию, а человек будет, живые эмоции будут. Ну, то есть все по-настоящему будет. До копейки все разыграем. Доченька, ночь. Так. Тихо. Сейчас, моя малышка. Сейчас главное, чтобы этот не опустил. Что это покрасили? Шлагбаум. Сейчас, да, начнут же красить эти полосы на дорогу. Я это терпеть не могу. Все время боюсь за машину, что... А что бояться? Всегда она засранная. Вот эти паутинками этими. Так. Да какие подарки? Не смеши. Слушай, иди нахуй отсюда. Не ругайся. Не смешно было. Не ругайся. Не ругайся. Кому нужны, тому и того будут подарки. Так, на Украину отправляется. Ну, если кто-то из Украины выиграет, конечно, отправим. Конечно, отправим, ребят. А все почтой, как это, да. Не отправляем. Казахстан, там, Беларусь, я не знаю. Может, из Германии кто-то выиграет. Придется в Германию отправляться. Это, конечно, геморройно немножко, но ничего надо страшного. Отправить. Да, это все наши расходы. То есть. Вот тут ты где-то говорил, Пушкина, что-то. Нет. Нет? Вот тут где-то. Так. Хлоповня какая-то. Харчевня такая. А, Хлюпин. А, нет, говорит, давайте харчев... по харчевне какой-нибудь поужинаем, а победой. Хлюпин. Я же говорю, что этот, рестораны уже надоели. А вот такую харчевню заехать. Хлюпина харчевня. Ухи навернуть. А, привет. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к наручным волосам? Прекрасно, если это красивая работа, это если хороший профессиональный мастер. А если это делается так, не видно, что ты не угадаешь, это наручный или твой волос, вообще превосходно. Я вот, допустим, волосы наращиваю for hair. Мама у меня только там наращивает. И вот маме так делают, что просто никто в жизни подумать не может, что у нее наручные на ленточке волосы. А вот. Саня, правильно, муж говорит, не ругайся. Рядом малышка, не обращай внимания другого. Не, ни в коем случае. А, корни подкрашиваешь? Не. Саня, очень красивая девушка. Спасибо большое.
Знаешь, что я думаю? Я думаю, что... Где-то хлюпнула одна злая Виктория. Слышишь, Саша, я знаешь, что думаю? Я думаю, что самая лучшая вот коляска, если говорить о коляске, я думаю, что это будет Дуна 100%. Потому что у нас много колясок, Саша, и у нас коляски есть типа 120 тысяч, и по 100 тысяч. Дуна, она недорогая, она стоит где-то 27, наверное, да, 30 тысяч, да? Дуна. Ну, 30 с чем-то, по-моему. Ну, 30 с чем-то. Ребят, я вам так скажу. Самая удобная и самая вообще крутая она коляска. Она такая маленькая, она такая компактненькая просто. Это вот ты одна поехала, ты там, допустим, маленького росточка, маленькая масса тела, и тебе вот эта Дуна вообще за радость будет. Дуна бомба. У нас, Камила, кстати... так как твоя дочь, она ничего не поняла. Да. Ты расскажи про Звенигород, расскажи про этот... В Звенигороде очень хорошо отдохнули, съездили в монастырь. Может, я вам рассказывала сториз, да, посмотрите, еще там, и тут еще не закончили сториз. Как же там красиво. Коронавируса, мы же не знаем. Да я не знаю, Саш, ну это... А что, храмы тоже закрываются за коронавируса? Ну вот у меня отец Валерий, он сказал, что служба у них не идет. Ну это у них Германия, идет. Германия, да, в России. И за вирус в России же тоже, наверное, будет так. Ну я не знаю. Музей заповедник Пушкин. О, видите? Захарова деревня, да. Сейчас посмотрим. Это Луганска, привет. Ой, сейчас покажу, где мы едем. А что тут показывать? Там что-то какие-то домики стоят. Ой. О, Пушкин нас встречает. Да вот, на каникулах. Ребята. Сашка. Смотри, какая лошадка красивая. Ты что, лошадей не видела никогда? Слушай, закрыто, что ли? Лап, ты что, лошадей никогда не видела? У красивых редко видно. А сегодня с утра в зеркале. Привет, лошадка. Привет, поехали. Я не лошадка. Ты мой пони. Я пони. Пони, пони тоже пони. Да, да, да. Ада-ада. Держи сахарок. На сахарок. Так, где одеваетесь? Да по-разному. Ой, ребята, ну что? Можем и в дешевом Zara, можем и в дорогом одеться. Да, по-разному. Короче, я вам так скажу. На самом деле очень крутой магазин Zara. И в H&M тоже заходим, одеваемся. То есть везде, ребят, везде. Ну вот у меня из H&M ни одной вещи нет. А я у меня есть джинсы. Взять трусы и одни джинсы. Да. Здравствуйте, каким тональным вы пользуетесь? Сейчас на лице у меня ни одного тонального средства нет. Я уже им не пользуюсь как полтора месяца точно. Ну, я смотрю, кожа позволяет, почему бы и нет. Главное увлажнение, уход косметический, косметологический, и все нормально. Вот, и сейчас вообще тенденция пошла, как меньше краситься, как можно меньше краситься. Вот, больше вот натуральности, нюд какой-то. Такая тенденция давно, даже в Дубае проституток больше не любят, вот эти с искусственными, с большими сиськами накачанными, с губами. Сейчас дорогая самая девочка, это натуральная красота. Без одного укола, вот как говорится, без укола их называют сейчас. То есть она уже будет стоить за десятку поедет, а эти перекачанные за полторы сейчас тысячи. Сейчас вот вирус закончится, поеду на работу обратно. Ой, лапка, блин. Хоть жизнь наладим. Не скучай. Ох, заживем. Не скучай. Не говори прощай. Просто так не получилось. Не скучай. А, долго ехать? Да нет. Просто тут что-то какие-то заторы сегодня на дорогах. А так вообще нет. Так. Вы так красиво. Спасибо. Домой едете. Домой едем. Так, ребят, вас не хватает на проекте. Да не, ну что вы там? Может... Очки куда? Да, какой фирмы очки? Это Библс, или как-то они... Все время забываю, на букву Б. О, Сань, покажи летний отдых. Ребят, своих детей отправляйте, вон летний отдых, лагерь оздоровительный. Где? Вот, да вот, летний отдых написано. А, тут и фуры стоят, машины. Нет, это вот и этот, вожатые стоят. Не скучай, не говори прощай. Прощальных слов. Просто ты за мною так. Я вот тоже с возрастом стал Маликова любить. Дыши ты. Это Маликов? Да. Не скучай. Откуда Женя знает про Дубай? Ха-ха-ха. Так он же арендует иногда. Беру. Нет, таких не беру. Этих не потяну. Лошадок. Не потяну. На Киевке стоят там полторы месяца. За 500 рублей. Нет, за 1500 меня месяц просто забираешь. Фигня себе.
Ребят, она потом жива хоть выходит оттуда вот за полторы. Ребят, откуда Женя? Ну, Женя много чего знает. Просто вы, это же такая информация открытая, ради бога. Ну, что за глупость? Как это закрытая? Да прям перестань. Короче, да. Есть какой-то проститутский чат, закрытый какой-то. Вот, и они там такой, девчонки торгуют. Такой закрытый, что любой может туда зайти. Вот, не знаю, какой-то вот он, типа, говорит, закрытый, вот для мужиков он. Вот, и они там, как они там цену вбивают какую-то, или как они подают знак? Да нет, у них общение знак, происходит. Что они вот там в радиусе нужна девочка, и девочка там, если видит, мужчина этого подходит, там нравится. Ладно, он, все. Она маякует и идет, да, к нему там, на встречу как-то. За проституток о цене договаривается. Шараповка. Глеб, Жиглов. Так. Каким порошком стираете вещи? Ой, мы стираем, я либо в избенке беру детский порошок, либо стираю вот чаще всего вот этот био, как-то забыла, как называется, с овечкой, которая. Либо, 100 рублей стоит он. Либо этим, колумбийским порошком. Ну, вы поняли, стиралка просто 16 часов крутится. Не себе. Так. Ваши девочки очень сладкие пальчики. А, это я сегодня просыпаюсь у нашей девочки. Пальчики покусаны. Это ты, сучка. Сахарные, да. Приходила. Саша, вы сколько жени в браке? 5? 25. 25. Ну, в браке сколько мы? 2 года, да? Да. Больше. В браке 2.5 года, а так вместе 5 лет. А так 25 лет уже вместе. Нашла на свою голову. Год за 3 идет, ребята. Как на севере работаю с ней. Я не знаю, почему мне молоко не дают. Я тоже как на это, знаете, как ссылку отправили. Вот-вот-вот, каторга. Это про нас. Сижу на этой каторге. О, ты же любишь сидеть на этой каторге. Ну, вы понимаете, о какой каторге. Сам себя веселил, дурачок. Я не знаю, что там смешно-то. Тихо, смотри. Вот видишь зебра? Мы видим, человек может выйти, может не выйти. Поэтому аккуратненько всегда проезжай. Давай, рули уже. Так, какие вы позитивные. Ну, есть такое. Какой рост у вас? У меня 1.70 м, у Женьки 1.84 м. Ой, я высокий, красивый. А всем чешет 1.86 м у меня. 1.87 м я всем чешу. А. Ну уже всем не почешешь, ты же сдала уже. 1.84 м. А ты реально, ты, Сань, кстати, ты этот, ты с тобой вот в разведку прям конкретная история идти. А что тут секретничать? Ты меня сразу на... высокий. Саш, мы только из дома выйдем, статный. Ты меня сразу сдашь. Вот отвечаю, сразу сдашь. Нет, это как-то мне вечно чесало. Я не могла ему футболки выбрать или одежду. Всегда покупаю на глаз. Вот, и он мне чешет про свой рост. А я смотрю, ну не состыковка по одежде. Думаю, ну как так? Маме позвонила, Рома, говорю, ну скажи, ты какой рост у Женьки? И она мне выдала секрет. Короче, он мне врет, говорю, 1.88 м он рассказывает. Ты смотри, ты правильно сказала слово секрет. А ты зачем тогда всем рассказываешь? Это же секретик был. По секрету всему свету. А, понятно. Так, на полу девочка время проводит. Чем моешь полы? Полы мою каким-то вот, Женька купил какое-то средство, которое без запаха, которое антибактериальное, такое как на гелевой какой-то основе. Вот, им моем полы. Пылесошь каждый день по 2 раза на дню. Наверное, плюс у нас работает постоянно этот, как его называют? Клининговая служба. Не, этот воздухоочиститель. Да. Который, пылесборник. Пылесборник, который пыль собирает. Всасывает. Борг. Потом Рамит мы взяли очень крутой озонатор, который нужно, кстати, вот мы приедем, сейчас дочь покормлю, включим его и уедем, потому что озонатор включается, он убивает все эти микробы. Такая антибактериальная штука, особенно сейчас в наше время, очень актуальна. Очищает воздух, обязательно еще окна надо проветрить, открыть, и вообще класс, чистота будет дома. Вот. Думала, что Саша маленькая. 25 лет Саше, 1.70 м. Какая маленькая. Жалко, границы закрыли между Беларусью и вами. Жалко, конечно. А что, границы закрыли? Угу. Между кем и кем? Беларусь и Украина? Да. И Россия, везде, все закрылись уже. Ну, так, я очень хорошо помню, как зарождались ваши отношения, как Женя на Сейшелах подарил тебе на ДР мороженку. Да, да. Как будто мы недавно было, вспоминали, кстати. Как будто вчера было. Вот такие хорошие. Кстати, да, это наш самый любимый такой момент. Смотри, в жизни. Сколько настрочило. Это все спонсоры пишут. Вот это я сторис один выложил. Да что, надо их это ж довести до конца, блин. Надо сейчас все рассказывать. Ну да. Да, ребят, по поводу Гивы, пишите мне в директ, я вам все лично буду рассказывать. И потом мы уже, получается, ну как, спонсоры наберутся, да. Мы закупаем подарки классные. Мы поставили себе предел 80 спонсоров, больше брать не будем. Больше не надо, и подписываться тоже людям тяжело будет. Это клац, 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 эти 80 предостаточно будет. И это... И поотправляем потом все. Посмотрим, кто выиграл. Как это в прямом эфире, наверное, будем делать. Ну, конечно. Чтобы все видели розыгрыш. Кто победитель. Я не могу понять. Вот он меня жмет, а, козел. Козел.
не скучай. Вы уже ползаете? Ну да, пытается ребеночек ползать. Она и так всегда у меня ползала. Вот, по кругу вот это вот все движение у нее, передвижение. А сейчас она по-взрослому пытается ползать уже на коленках. И вот она раскачивается, все качается. Ой, смешная такая. Ну задом ползает, что ты рассказываешь? Вперед не назад ползает. Назад уходит вообще быстро. Да, назад уходит, а вперед не ползает. У нее он, этот, надо этот, полный привод мы ждем, когда будет. Показать. Скажите, какой вес у тебя? Привет, Есентуков. Какого больше похожа ваша крошка? На Сашку похожа. На Женьку похожа. На Сашку. Твоя копия. Твоя и вообще копия. На твою маму похожа. Один в один вообще. Вот как две капли. А что ты про вес-то не говоришь, что у тебя спросили? Ну-ка давай, раскрой секретик-то ты. Ты же мой раскрыла. Ладно, секретик расскажу. Давай. 65, ребята. Еще надо скинуть. 64, ну еще вот надо сейчас скинуть. Ну, мне по-хорошему вот 6 килограмм надо скинуть. Ну это и ерунда, Саня, это ерунда. Если в Макдональдсе перестанешь есть, то и скинешь быстренько. В каком Макдональдсе перестанешь есть? Вот я сегодня попробовала твои наггетсы. Которые... Ребята, да ни в каком. Это твоя картошка. Не ври. Кола твоя. Вот я сейчас кола глоток моя. Сделала, кола просто моя. Кола пересохла. Кола моя. Я такое не пью. Кола моя. Какими памперсами пользуетесь? Лавулар мне нравится. Да. С Мэрис ушла, Мэрис почему-то начали подтекать. Вот. Рост 1.70 у меня, господи, миллион раз уже сказала. Откройте биографию мою, почитайте. Потом рост какой, это то, размер ноги да какой. Да нафига им открывать, ты просто, они же им проще спросить, и все, ты сказала. Ну, да. Что, зарядка сейчас сядет у тебя? Лапуль, сейчас сядет телефон. Все, буду заканчивать, да, мне сейчас телефон сядет, люблю, целую.